В Одессе во время тестового запуска экстремального аттракциона упала кабина. К счастью, никто не пострадал. Вместо развлечений – сплошное разочарование. Сотрудники техподдержки решили проверить работу аттракциона «Бомбер», расположенного в Аркаде. Однако техника испытания не выдержала, кабина упала. Об этом сообщили очевидцы в подслушано в Одессе. К счастью, тяжелая кабина не зацепила никого из прохожих. Напомним, что за лето 2019 года в Одессе и области произошло несколько трагических случаев на аттракционах. В основном пострадавшие дети, хотя и взрослые не исключение. Так, в Белгороднестровском 42-летний мужчина погиб, выпав с аттракциона. Очевидцы утверждают, что причиной смерти стало нарушение техники безопасности. Пока не сообщается, будут ли после падения кабины бомбера проведены массовые проверки других аттракционов, как это обычно делается у нас во всех сферах деятельности после происшедших ЧП, уже вдогонку за трагическими фактами.